Сокольниках продолжается капитальный ремонт детского сада на улице Ватутина. Здесь уже демонтировали старую кровлю, трубы горячего и холодного водоснабжения, а также электропроводку. Ход работ проверили депутаты Инна Монастырская и Валентин Герасимов. По словам подрядчика, ремонт идет в графике. Общая строительная готовность 11,5% на данный момент. Сейчас у нас идет монтаж перегородок по первому, второму корпусу и прилегающей данной части. Плюс первый и второй корпус кукушки на крыше, чтобы дальше уже делать настил кровли. Из всего фронта работ, который был запланирован, демонтажные работы закончены практически полностью, кроме дорожного покрытия. Детский сад рассчитан на 205 мест. Его открытие с нетерпением ждут маленькие химчане и их родители. Ход капитального ремонта на контроле у местной власти. Данный детский сад пользуется большой популярностью. Первое – это расположение, раз. Второе – это большой район, где очень много детишек, очень много молодых семей. Естественно, не надо забывать, что благоустройство и вот этот внешний вид не второстепенны. Что интересно, практически по программе вся территория будет благоустроена. После завершения текущих работ приступят к штукатурке стен и обновлению полов. На объекте задействовано 20 строителей. Капитальный ремонт планируют закончить к концу текущего года. Кстати, по новому проекту в здании появятся и дополнительные помещения. У нас очень много было в старом здании кладовых. Мы эти кладовые разобрали и увеличили кабинеты, образовательные кабинеты. За счет того, что две группы были без спален, одна группа уже будет со спальней, а одна будет просто с трехъярусными кроватями за счет этих всяких разных кладовых. На данный момент в Химках реконструируют 6 объектов образования – гимназию, 3 детских сада, дом детского творчества и воспитательно-образовательный комплекс. К 1 сентября планируют завершить работы в 23-й гимназии в Сходне, в доме детского творчества «Созвездие» в Новых Химках, а также в детском саду в деревне Юрлово. Елена Тараненко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.